Лошадка! Сколько лошадей смотрите? И не только это лошади, коровы, козы, здесь все вместе. Сегодня мы расскажем, как делают спек. Спек, что это такое? Это вот больше мяса и чуть-чуть жира. Оставляют большие такие бассейны. Вот эти огромные куски мяса, свинины, вместе с солью, чтобы соль проникла вовнутрь на протяжении 20 дней. Та комната, где теряет спек свой вес. Вот он, видите? Еще 10 дней здесь. Здесь спек висит на протяжении 10 месяцев. Чеснок, это черный перец. Все это хорошо растирается. Вешают сюда на эти вешалочки. И спек ждет своего момента. Как видите, что он готов. Как прощутто то же самое. Знаете, протыкается специально вот этой такой иглой, кстати, сделана из лошадиной кости. Потом, после того, как наш спек уже потерял главную часть своего веса, его коптят. Оле! Представьте, что коптят их аж 2 дня. Но, конечно, дым остается внутри не каждую секунду, а каждые 2, даже 3 часа ночи, например, они коптят, а только днем. Понятно, готовый спек. Его сейчас разрезают, вот такие специальные пакетики и готово уже все для продажи. Все колбасы здесь покрыты плесенью, но очень хорошая плесень, которая дает, во-первых, сосиски потерять свой вес, ну а также, конечно, стать вкуснее. Плесень – это натуральный барьер для того, чтобы не попадали другие бактерии вовнутрь этой колбаски. Все контролируется, конечно, не то, что повесили сюда сосиски, и никто не знает, когда их сделали. Нет. Здесь мы видим, во-первых, костюмный аспект. А копченая ветчина, просто пальчики оближешь. Резаула, кстати, ее едят вместе с пармезаном и ачито бальзамико, бальзамическим уксусом. Это сыр сделанный из коровьего молока, который, кстати, пасутся здесь прямо за окном. Не ждите, нужно пробовать все в жизни хорошее, хорошее, только хорошее. А мы хорошее понимаем. Ну, здесь прямо около производства, там, где коптят все колбасы, спек, находится маленький ресторанчик, где можно и отобедать, или отужинать. Такой типичный бар, полностью из дерева. А в Вероне, если вам хочется посетить, проходит специальный такой праздник лошадей, вы там увидите Тито, спек де Тито. Только на самую красивую корову вешался вот такой вот колокольчик. Суфаре. Таким образом она заходила первой, конечно. Это четкие, друзья. Да? Как в русских народных, здесь были такие ладинские народные песни, пляски. Вот прямо здесь, в этой, прямо здесь на пастбище они танцевали. Такого места не найти. Но мы его нашли.